28 марта в историческом парке «Россия. Моя история» открылась выставка «Динамо. 100 лет побед», посвященная приближающемуся вековому юбилею легендарного общества. Знаменитая организация внесла большой вклад в развитие спорта и в России, и в Омском регионе. «Динамо», как и любой институт общества, он неразрывно связан с государством и с нашей историей. Собственно говоря, мы через призму «Динамо» показываем историю своей великой страны, и точно так же мы показываем, как она будет смотреть в будущее. Открытие выставки, я считаю, и вообще существование этой выставки, оно поможет нам еще раз донести до молодежи о тех ценностях, которые в нашем обществе приемлемы. Более того, на них воспитаны огромные поколения людей, великих людей. Я считаю, в этом вот основная задача. Яркая история общества раскрыта в уникальных экспонатах, медалях, кубках, фотографиях, спортивном инвентаре известных омских тренеров и спортсменов. Посетители выставки впервые могут увидеть награды знаменитого динамовца Александра Пушницы и бюст, созданный омскими художниками в память о выдающемся спортсмене. Говорят, что современная молодежь, у нее клиповое мышление. То есть дети схватывают какие-то яркие картинки, короткую, емкую информацию. Поэтому мы постарались сделать выставку такой, чтобы как раз молодежь, которая придет на эту выставку, увидев материалы, зацепилась за яркие картинки, за статистику, за очень емкие, короткие формулировки, и дальше начало читать и интересоваться. Потому что здесь представлена статистика в таком варианте, что люди поймут, насколько разнообразная деятельность «Динамо», насколько важна эта деятельность. Поэтому мы постарались сделать материал так, чтобы и материал, который они видят на стенах исторического парка в виде плакатов, баннеров больших, они еще видели дополнительно и мультимедийную составляющую, где материал немного в другом ключе представлен. В открытии выставки приняли участие несколько поколений омских динамовцев. Сегодня в рядах регионального отделения насчитывается 14 650 человек. Прошло 100 лет с момента создания. Организация не развалилась, а наоборот окрепла, развивается. Это уже самый главный результат и показатель того, что все отлажено, как вы говорите, и именно передача от поколения к поколению, воспитание – это наша главная задача. Вот. Не обязательно каждый станет олимпийским чемпионом или чемпионом мира, но самое главное – он станет настоящим человеком. И «Динамо» вот к этому как раз прикладывает максимум усилий, и получаются результаты. Экспозиция будет работать до 20 мая.